Добрый день. Наверняка каждый хотел бы полетать в костюме Железного Человека. К сожалению, его не существует. Зато появился любопытный прототип, который был создан англичанином Ричардом Браунингом. Не так давно он поставил в нем новый рекорд. Настоящий Железный Человек – это вовсе не старина Илон Маск, миллиардер и изобретатель, а Ричард Браунинг. Энтузиаст-конструктор из Великобритании. Некоторое время назад он основал проект Gravity, целью которого стало создание индивидуального летающего средства, костюма, который позволил бы подниматься в небо. Браунинг уже успел попасть в Книгу рекордов Гиннесса за создание самого быстрого летающего костюма-прототипа, приводящегося в движение за счет турбин, расположенных на руках пилота. Буквально на днях изобретатель показал новую модель своего Gravity, которая была основательно доработана и улучшена по нескольким направлениям. Очередная демонстрация костюма прошла в британском Рейдинге. Показ проходил в местном озерном парке. В ходе испытаний изобретателю удалось взлететь на высоту более 100 метров и поддерживать скорость на отметке в 48 км в час. В отдельные моменты полета скорость движения Браунинга в костюме достигала 51,5 км в час, что стало абсолютным рекордом за все время существования Гравити. Вот такие интересные факты. До свидания.